Уже неделю американские и российские военные мерятся силами. Стреляют из всех видов оружия, жгут дымовые шашки, ходят в атаку, обороняются, берут друг друга в плен. Когда мы вышли в дозор, как бы мы должны были разведать про них и захватить, но они нас опередили, захватили нас. То, что происходит сегодня на Выстреловском полигоне в Редино, это первый этап совместных российско-американских учений «Торгау-2005». Они являются продолжением сотрудничества двух стран в военной сфере. На учениях отрабатывается взаимодействие наших армий, совершенствование профессиональных навыков боевых подразделений по борьбе с терроризмом. События и на территории России 11 сентября США поняли, что у нас не может быть двойного трактования нашего врага. Двойных стандартов нет. Есть единый враг, которым надо бороться. Учения «Торгау-2005» получили свое название в честь города в Германии, где будет проходить их второй этап. А сегодня российское и американское командование подводят предварительные итоги. Данное учение еще раз показывает, что мы нашли общее понимание в организации взаимодействия подразделений Соединенных Штатов Америки и США. В следующем году полигон учебного центра «Выстрел» вновь будет принимать американских гостей. По информации из штаба российских военных, скорее всего, будущие учения назовут «Солнечногорск-2006».